РФ остается основным поставщиком угля в Украину. Основные экспортеры угля в страну – Россия, США и Канада. При этом РФ продает Украине вдвое больше, чем идущие на втором месте США. В первые три месяца 2018 года Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. В целом в 2018 году импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт в Украину угля за этот период вырос на 33,5% до 765 миллионов долларов. Из этого объема Россия поставила уголь на 472,397 миллионов долларов, США на 219,929 миллионов долларов, Канады на 48,365 миллионов долларов, другие страны на 19,777 миллионов долларов. Кроме того, Украина в январе-марте сократила экспорт каменного угля и антрацита на 67,2% до 43,338 тысячи тонн, в денежном на 63,45% до 7,8 миллионов долларов. Напомним, накануне Минэнерго повысила цену на уголь, добываемый на государственных шахтах. Ранее сообщалось, что в январе-феврале текущего года украинские предприятия сократили добычу угля на 27,6%. В итоге за два месяца было добыто 5,33 миллионов тонн угля. В РФ рассказали о росте торговли с Украиной. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта news.com.